Здравствуйте, ребят. Сегодня 6 января. И я вот посадил 5 числа на нерестах голубых гурами двухточечных. Самец построил вот со вчерашнего до сегодняшнего за день гнездо. Окрасился очень ярко. И вот он сейчас ухлёстывает за самочкой и пытается с нее давить икру. Вот он ее обнял. Пока икра не идет. Посадил их только первый раз на нерест. Были молодые, вот у самочки видно, у нее прям пузико округлилось, он ее гоняет. Вот смотрите, как он окрасился по сравнению с самкой. Вот он, самец у гнезда. Она уже сама под гнездо подплывает. И он пытается с нее давить икру, но пока что безрезультатно. Вот он уже раза три к ней подплывал. Температуру я повысил до 28 градусов. Вот. Гнездо построил он хорошее. Вон сколько пены. Самочка вот она. Брюшко есть. Конечно, он и подкоцал чуть-чуть вон у нее, где плавник, он все в кровоподтеках. Ну, голубые гурами они очень злые. По сравнению даже с мраморными, если взять. Могут самку насмерть забить. Вот сейчас посмотрим. Он самец интенсивно набирает воздух. И строит гнездо. Смотрите, сейчас будет пузырьки выплевывать. Вот. Вот. В течение пену выплюнул. В течение, получается, за сутки вот он построил гнездо. Я уже вчера, в принципе, под вечер 5 числа посадил. Вот. И вот сегодня уже к вечеру, в принципе, он уже гнездо было готово, он начал гонять самку. Окрасился он уже сегодня утром в яркий такой прям темный цвет. Самка побледнела. Вот посмотрим, что там получится. Попозже сниму видео, что там, сколько икры у них и будет ли она вообще у них, но я думаю, будет икра. Уж самец он суетится. Сейчас, думаю, самка, в принципе, вот она опять подплывает. Сейчас посмотрим. Вот она к самцу подплывает и начинается вот у них зажимание. Вот он, самец трется об самку. И самка сама уже, в принципе, готова, подплывает под гнездо. Самец заходит под самку, чтобы ее обнять. Самец ярко прям темнеет по сравнению с самкой. И это не мраморный, а голубой, двухточечный. Сейчас будет ее давить. Вот. Под нее заходит. Сейчас должен обнять ее. Почему-то икры нет с нее. Давить давит, и она подходит. А икры нет. Вот.
Нет, икринки есть, есть икринки, есть. Вижу. Всплывают кверху икринки. Икринки есть. Все, не буду им мешать. Сниму попозже вторую часть. Вот он опять огоняет. Икринки есть. Сниму вторую часть, покажу, сколько там икры, когда буду отсаживать самку. Стоят тут у меня укрытия, потому что, чтобы было куда самке спрятаться. Видите, как он ее подсевает. Все, не переключайтесь, подписывайтесь, смотрите продолжение.